Да, вот большая проблема в том, что людей нельзя снимать. Ну, как? По закону нельзя людей снимать. А тут вот постоянно людей много. Но сегодня хоть вторник. Так можно. Не знаю, это, тут есть какие-нибудь стандарты? Люди вроде улыбаются. Ну вот видел, вот так вот люди берут как бы одну лунку и там группками вот садятся, и ну и вот так вся вот эта площадь, она так заполнена. Ну вот я вот разрешение спросил, если люди сказали, что должны. Вау. Вау. Досварглюк. Интересант. Так, ну теперь ответ на удар. Надо. Так, видимо, с попытки. О. Dafür war er wieder zu stark angeschlagen. Danke. Viel Spaß. Вот, тут есть дверь. Номер 13. Ну, короче, чтобы преодолеть, надо вот через такую. Интересно. Надо вот сюда прийти, ну, когда вообще людей нет, чтобы утречка. Наверное, поснимаю. Вообще, ну, через горку такую. Как думаете, у нас такой гешефт пойдет день в парке? Снять. Ну, места тут много не надо. Сколько тут метров? Метров 100 на 50. И вот там у нас еще есть в двух местах, но тоже и, ну, если интересно, съезжу туда, но тоже сниму. Ну и харчевня там, там киоск, что ну, хозяева держит, там мороженое, напитки. Ну, там культур-мультур, столики. Такое на ухо. Это вообще пишется. Ну, сколько стоит удовольствие? Взрослые 4. Но я не понял, какой это раунд. Или там шарики они как-то. Есть сезонный билет. 88. Интересная цифра для Германии.